Что ж, приветствую всех друзей еще раз. Снимаю серию, ну почти подряд, раз в час, пока до магазина сходил. Так. Не люблю я такую тишину. Пройду это помещение в следующий раз нормально, без такого читерства, так сказать. Ну, хотя тут без читерства сомневаюсь, что так просто это и получится. Я уже на последнем этаже, который чистый, как ни странно, да? Обидно. Чего? Чё, одна снайперка дурацкая? Фе насчет снайперки. Так, здесь у нас... Ну, так, нормальный зарядов. Так, все-таки, где ядро меня интересует? И вкусные контейнеры где? Ну, я так полагаю, ядро где-то у нас здесь, да? И тут вентиляция будет. Ага. Ага, понятно все. Хрена себе стекло крепкое. А тут ничего нету даже, да? Чё-то как-то, слушайте, скудно здесь. Ё-мазай. А чё так грустно-то и печально? Игра, подкинь хоть чё-нибудь интересного. Да. Как-то, друзья, печалька меня берет. Реально нет вкусных контейнеров? Да ладно вам. Так, там вижу, какое-то еще есть помещение. Вот здесь вот оно. Давай-ка залезем, может там хоть что-то будет. А, во-во-во-во-во-во. Мнямка здесь находится. Хрена себе. Что-то помню я такое. Ну, это давно, конечно, было. Так, пентоксид, заскози, импульсный лазер. У меня нормально снарядов для импульсного лазера, кстати говоря. Эх, куда бы я послал это? Ладно, проехали. Слушай, пентоксид мне вот вообще не нужен будет, это точно. Собирать мне его нет необходимости. Ну, такая клевенькая база, я сейчас тут, друзья, долутаю ее. Может, многих смогу починить, а это что за хрень? А, то есть можно так, ну ладно. Я сделал более лояльно. Что, серьезно, больше ничего нету? Да ладно вам. Нет, только один угол с контейнерами вкусными и все. Не, ну вообще из-за таких вкусных контейнеров за скользим сайте можно полазить. Что ж, эту часть видео я, пожалуй, друзья, закончу. Больше ничего такого интересного нет. Пойду сейчас разгружаться потихонечку. Ну, увидимся в следующей части. Я, скорее всего, сейчас гоняю на базу. Так. Здесь, получается, я зачистил. Здесь строит Mining Towers. Можно еще полазить. Обломок корабля надо посмотреть, кстати говоря. Давай-ка его, наверное, сейчас и посмотрим. Ой, мне тут долго пробираться. Возможно, было бы... Налево. Такс. Что тут разобраться, куда вообще сбежать бы? Сломанными ногами-то особенно не разбегаешься, я смотрю. Так, это я вообще не туда иду, да? Так, а ну-ка давай-ка я вот так вот прогуляюсь. Ага, слушай. Я знаю быстрый вход и выход. А это меня уже интересует побольше.
Главное его запомнить. Так, здесь у нас все чисто, пусто. Эти козлы шумят, вот интересно. Так, ладно, да зачистим это немножечко попозже. А, к разбитому кораблю так хрен подъедешь же, точно, там мобов-то хрена. Надо ховер. По-лю-ба-су. Без ховера здесь делать, к сожалению, нечего. Мининг Таур здесь особенно не посмотришь. Вон уже начинается, начинается. Ладненько, друзья, на этом, пожалуй, я этот фрагмент закончу. Сейчас надо будет лететь, скорее всего, на базу. Либо я сейчас где-нибудь там пристыкуюсь, это быстро облутаю. Да дальше пойдем зачищать, скорее всего, новые башни. Хотя у меня сломанных ног сейчас не будет. Пойдем дальше зачищать сломанные башни. И я уж на ховере попрусь. Не, ну мне нравится, что здесь есть необходимость такая использовать ховер. Ё-моё. Тихо, 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 ребятки, тихо. А где тут свою задницу пристроить нормально? А вот здесь попробуем прям. Все. Ну, нормально пристроился. Сейчас буду лутать. Так, мультик надо, бур. Нафиг, на всякий случай оставлю. Так, кислород, аптечки, аптечки, аптечки. А аптечек-то у меня нет нифига. Это фиговенько, я вам скажу. Это не так, чтобы очень хорошо. Очень даже хреново. Ну и что ты на меня уставился? Ну, не так и крепче своих собратьев. Но с них, бывает, падает прометий. Ой, пентоксид, точнее. Это меня вот не может не радовать. Что ж, друзья, давайте начнем зачисточку. Аккуратную и точную. Так, мне тут по рожу вроде уже надавали. Сейчас я присяду. Здравствуй, дядя. Как дела? Хорошо, да? Прекрасно. Поближе подойди. О, блин, дерьмо. Вот фак. Да выпендривался, блин. Ой. Так, ладно. Теперь вопрос во втором. Как мне забрать свою шмотку? Ай-я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 й. Не так быстро ходит. Почему? Где мои медленные големчики? Так, хорош бегать. Мелкотня. Эти большие дяди тут развлекаются, что ли? Как это, в принципе, назвать, даже не знаю. Короче, один большой дядя накернивает другому. Бежали. Не, слушай, с них пентоксида можно пособирать, не кисло. Здорово, парни. Вас я здесь, блин, не ожидал увидеть. Вообще никак. Ремонтировался едрить напополам. Ни хрена себе. Это как вообще понимать? Я не помню, чтобы на меня здесь когда-либо дроны нападали, но за пулемет спасибо. Хорошо, хоть не с плазменной пушкой. Так, ладно. Давай-ка хоть что-нибудь подремонтируем, что ли.
Серьезно? Козел с дробовиком. Твою ж налево. Значит, они здесь тоже бродят, да? Да они, походу, везде. О, так, ладно, взлетаем. Что-то мне здесь, блин, не рады. И то сильно не рады. Это я вот не ожидал такого поворота. Черт подери. И на их там. Хорошо, хоть по кораблю не стреляют. Вот это повороты судьбы, так сказать. Одуреть можно. Нафиг всех. Так. Где тут безопасно-то жопку свою устроить? Ага. Ждите, пожалуйста. Тут, кажется, что-то стояло. Или я ошибаюсь? Так. У меня же с собой специальный ремнабор был. Сейчас, секунду. Вот это, блин, звездец какой-то. Да, скорее всего, здесь этот блок стоял. Они мне вышибли два окна, что ли, получается? Да ладно вам. Нет, одно окно вышибли. Двойное просто. Я понял. И корабль надо вообще переделывать мелкий. Хотя его полностью в танкосе переделывать, блин, он некрасивый получится, звездец. Это точно. Так, крылышки отрихтовываем. Не сильно меня тут подзацепили. Жить буду. Ну, конечно, гордость-то не мою тут прижучили хорошо. Так, ладно, полетели, посмотрим. Так, эти два дрона, вероятнее всего, прилетели от этой вот станции как раз-таки. Попробую всех дронов выгасить. Все, он готов. Ну, Козлинкин, теперь тебе нечем обороняться, да? Пушек я вообще не вижу. Теперь вижу. Здрасте. Сдохни. Блин, названия мешают. Ага, вижу. Так, кажется, заметил. Сбил я эту хрень. А, теперь сбил. Так.
Оксиген, депозит тоже мне, блин, вооружен, как не знаю что. Так, и вот Диана стреляет. Блин, названия дурацкие мешают. Вроде откуда, оттуда, да? Так, вроде все. О, не. Я сюда даже, блин, не присяду. Идите вы все лесом. Так, ладно. Давай-ка отлетим. Здесь мы тоже зачистили. Миссайл сила. Ладно, его на закуску оставим. Блин, поставить сюда цель 2. Ладно, давай 2 поставлю. Один есть, 2 есть. Так, здесь у нас что? Advanced Oxygen Deposit, еще один. Так, а там я был или нет? Давай-ка слетаем, я уж не помню. Снимал я первую часть видео вообще утром, сейчас уже вечер. Могу предположить, что я там не был. Ой, далеко лететь довольно-таки. И топливо кончается, ой-ой. Сейчас бы я долетался. Так, иди сюда. Так, у меня же было много фул-ячеек. Куда они все делись? Хотелось бы узнать. Уже нету. Топливо, ты где? Нет, не это. А вот оно. Так, отлично. Сейчас заправлю, друзья. А то что-то как-то здесь. Неохота без топлива остаться, когда буду атаковать вражескую базу. Не, ну плазма, кстати говоря, очень охренеть рулит. Почему у нее здесь скорость такая маленькая? Вот у меня вопрос. 49 метров в секунду. Почему? Может, типа плотность атмосферы, все дела? Я не понял как-то. Так, ну-ка давай посмотрим. Я здесь точно не лазил. Интересно, почему? Хотя я чувствую, догадаюсь скоро. А, это, погоди, тоже Advanced Oxygen Depot. Нет, здесь я уже был. Винтал Бейс. Олд Тауэр. Здесь я был, как ни странно. Сейчас надо пометить. Так, 3. Принять. Так, потом сюда следующая цель. Так, куда мне дальше-то крацануть? Old Farm не интересно. А вот ком-центр, где находится, это уже забавней. Вот это уже очень интересно становится. Вон, смотрите, какая грядка там. Есть много мест, довольно-таки, которых можно посетить. Надо, скорее всего, будет все посещать, потому что я пролетал, когда открывал, исследовал. Ну, штук 5 вот мест, которые я бы посмотрел с большим удовольствием. Сам, потому что, ну... Не видел я еще таких. Так, главное, в настройках я вроде отключал здесь авториспаун. Вообще-то неприятная функция, то что из-за того, что это раньше карта использовалась на сервере, здесь был включен на начальной планете, вот чего меня дергают, был включен этот авториспаун, короче, вышек. То есть они удалялись должны были, ну, перереспауниться. В одиночной игре вот перереспаун при, ну, особенностях именно одиночной игры,
Он, извините, очень честно хреново работает. У меня поэтому подлагивало постоянно. Что они пытались переспауниться, а в итоге не получалось. Ну вот такое вот бывает. Так, а мы летим, летим, летим. Если кому интересно, эти серии еще снимаю летом. Знаете, вот летом летать в жару по морозной планете. Ей-богу, хоть и жить сились. Если не считать того, что мне надо за Скользи будет или Арестом пойти на лаву копать, не очень-то горю желанием как-то. Если попрохладнее станет, гоняю. Так, здесь я не был, это точно. Потому что я такую хрень даже не помню. И такое... Какие мы злые-то. Не могу понять, туда стреляю, не туда. А, туда. Вот так и знал, что ты подключишься. Так, все, пушки я здесь на этой фигне вырубил. Остались только дроны эти мелкие, да? А, здесь еще. Так, надо только не забывать, то, что у меня дальность огня-то немножко пониже будет. Опаньки! Не-не-не-не-не-не-не, ни хрена себе. Ни хрена себе. Что-то здесь как-то довольно жарковато получается. Так. Я смотрю, дроны хитрые, не хотят ко мне лететь. От жуки. Давайте, ребят, я вас тут подожду, даже с автоматикой, блин, пристрелю. Они же мне очень будут сейчас мешать. Не, вроде летят. Так, мне тут по жопе долбанули. Куда именно? Ну, вроде все цело. Блин, самый живучий корабль пока что. Да чё-то... Не, ну он летит ко мне, правда, с такой скоростью, что, блин, не знаю... Скорость убитого зайца. Так, блин, тут так сильно не высовываться-то. Что за рефайнерий такой злобный? Дай-ка посмотреть мне на тебя поближе. Ага, сейчас. Кто еще за Defense Radius? Радиус я помню. Ну, Радусов. А вот Defense их не нет. Лучше, так полагаю, их запоминать, да? Жутко злобная. Так. То есть это вышка просто с тремя башнями. Ну ладно. А у базы тут что есть? Япона, дрожь. А у базы чего тут только нету? А чтоб сказал, много слишком чего есть. Дрон, ты молодец, мне так мешаешь обзору выстрела, что это же звездец какой-то. Не могу понять, я сбиваю хоть что-то?
Вроде бы как получается. Одна так пушка шмаляет. Хорошо, хоть лазерок нету. Тихо. Ага. Попасть еще, блин, надо постараться. Так, теперь ты у нас, горе луковое. Слишком далеко, да? Блин. Вижу, вижу сбоку. Так, вроде все. Вроде все, вроде все. Так, теперь с этой хренью закончить. Ох, как она пошла злобно-то. Ага, на это еще одна пушка, я понял. И где ты там была, красавица? Две. Вроде все. Значит, они тоже должны перезаряжаться, ясно. Может попробовать словить момент во время перезарядки тогда? Это интересная идея такая. Осталось. Так, все. Так, а здесь хоть дверка есть какая-нибудь, войти, типа, посмотреть, что есть внутри. Скорее всего, нет, нифига, ладно, поковыряемся, все равно ради интереса. Так, здесь у нас что такое-то вообще? Так, ничего здесь особенного не вижу. Долбодятлики здесь ходят? Не вижу. Ну, где еще турельки? С другой стороны есть база. Я, блин, бы хоть базы знать. Так, слушай, ну я здесь никого такого не вижу. Давай-ка посмотрим, что это за фигня такая. Может, еще и не отреспились добавок ко всему. Иди сюда. Я сейчас чуть не обделался. Я понял, понял, игра. Ховер, ховер, где ты, мой ховер?
Где ты, мой родимый ховер? Короче, мне здесь делать нечего на корабле. Это мне повезло, что меня сейчас не убили. Ладно, помечаем как цель какую. Цель? Раз, два, три, четыре. Черт. Главное, все очистили. Это жесть какая-то. Так. Резиденс L2. Что еще за резиденция? Ладно, сейчас заглянем. Разворот на 4 пуколки влево. Где-то вот так вот, да? Еще на градусов 30. Господи, когда мне в этой игре сказали, лети на 6 часов, я чуть не помер. Понимать, где тут 6 часов, блин. Конечно, понимаю, что это юг. Но вот на этой карте, кстати, юг я вот вообще хоть убейте не вижу. Так, что за резиденция? Йохан, ты мансийск. А вот это вот я вам хотел, друзья, показать. Красочное строение. Очень красивое, очень мне оно стало интересным. Но его, друзья, мы посмотрим уже в следующей серии. Я так и не понял, оно админское или нет, правда? Но строение просто колоссального как бы размерчика. Давайте я вам даже покажу. Так вот, наглядно. Серию еще сшивать надо будет. Вот, зацените. Конечно же, почему по мне, блин, не пострелять? Кто по мне стреляет и где? Тут по мне гасит, я въехал. Это жопа какая-то. Уж и мелкая вредная жопа. Больше никак это назвать не могу. Ладно, пошли, короче, поубиваем всем этим. Не, это не админское строение. Хотя... Вместо того, чтобы взорвать пушку, я ее просто снес. Так, дайте-ка я подремонтируюсь немножко. Ну ладненько, друзья, это уже будем в следующей серии просматривать. Я хотя я его помечу следующей меточкой, попробую в него залезть, конечно, скорее всего 5 раз сдохну. Ладно, не такая проблема. Здесь вроде злобных неписей нету, которые с автоматами, блин. А так все в порядке. Всем удачи, друзья, всем пока.